Теперь к другим темам. Бывший сотрудник регионального следственного управления получил 3 года и 3 месяца лишения свободы. Отбывает наказание он должен в колонии поселения. Ростовский районный суд признал майора юстиции Сергея Родионова виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговор Фемиды в законную силу пока не вступил, и будет ли Сергей Родионов обжаловать судебное решение, неизвестно. Напомним, в октябре на федеральной трассе Москва Холмогоры нетрезвый сотрудник Следственного комитета, управляя автомобилем с превышением скорости, врезался в ВАЗ-2109. 56-летний водитель «Жигулей» от полученных травм скончался.